Начало военной операции глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Основную нагрузку этой военной операции взял на свои плечи. Уже тысячи таких же наших братьев, бойцов по оружию участвуют или участвовали в зоне проведения специальной военной операции. И мы все, как истинные патриоты нашей страны, прекрасно понимаем, что искоренить нацизм, фашизм, как это делали наши прадеды, наши деды, можно только оружием в руках. Вы действительно защитники своего народа. Мы желаем вам, чтобы вот эту нечисть, которая приносит нам Западом, чтобы их уничтожили и все вернули живыми и здоровыми. От лица всех нас мы благодарим Рамзана Ахматовича, фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадырова. Аймани Мисим. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Россия! Ура! 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 Я давно хотел попасть в этот университет спецназа и поехать. Наши же братья там воюют. Мы все должны участвовать в спецоперации. Я считаю, что из всей российской армии обеспечение самое хорошее у нас. Ну, я и лично из Москвы переехал, хотел поехать от Рамзана Кадырова поехать, от Ахматсили поехать, с моим братьями поехать. Обеспечения вообще слов нету, честно сказать. Лучше даже дома кормят, и слов нету сказать. Я очень рад оказаться в рядах спецназа «Ахмат». Дали хорошую форму, как бы, я думаю, одна из лучших. Спасибо Рамзану Ахматовичу за это. Я хочу воевать за свой народ, за мирное небо над нашей большой необъятной страной. Давайте, пацаны, эта нечисть не закончится. Езжайте к нам на поддержку. Если не мы, то никто, пацаны. Давайте, мы вас ждем. В Ахмат спецназе всех, ребята, собирайтесь и едьте, давайте. Пока мы там держимся, вы подъезжайте.